Друзья, всем привет! В этом видео расскажу, как проводные наушники сделать беспроводными и как подключать их через Bluetooth к различным устройствам. Все это можно сделать благодаря беспроводному аудиоресиверу от компании Xiaomi. Устройство будет полезно, если у вас нет разъема на телефоне для наушников 3,5 мм. Но есть хорошие, дорогие, качественные наушники, которые хотелось бы подключить к телефону, не покупая новые. Так как вас устраивает уже в них качество, то вы их можете с легкостью сделать беспроводными благодаря этому аудиоресиверу. Подключить эти наушники к аудиоресиверу и аудиоресивер через Bluetooth к телефону. Также, если у вас есть проводные колонки, их тоже можно сделать благодаря этому аудиоресиверу беспроводными и транслировать по Bluetooth на них музыку. Также это можно использовать для автомагнитолы, у которой есть AUX вход. Также можно будет подключать и транслировать музыку с телефона. В комплекте идет мини-джек на мини-джек, благодаря которому вы можете с легкостью подключить. Дистанция работы этого ресивера около 10 метров, причем можно подключать сразу два устройства одновременно. Аккумулятор данного девайса 97 мА, его хватит от 4 до 5 часов прослушивания музыки. Порт для зарядки microUSB, вес около 10 грамм, также на нем есть металлическая прищепка, которая будет полезна для занятий спортом и пробежек. Итак, давайте этот аудиоресивер подключим к телефону. Захожу в настройки, захожу в Bluetooth, добавляю устройство. Через поиск нахожу Mi Bluetooth аудиоресивер, нажимаю, и идет сопряжение. Здесь спрашивают разрешить доступ к контактам и журналу звонков. Это если вы его будете использовать как гарнитуру, так как если у вас наушники с микрофоном, можно работать как с гарнитурой. Нажимаю добавить. Все, как мы видим, активно. Давайте мы его теперь протестируем. Вот у меня уже подключены наушники к аудиоресиверу и ресивер, соответственно, к телефону. Открываю YouTube. Давайте запущу какой-нибудь ролик и мы протестируем. Можем регулировать громкость. Смотрите, вот с телефона. Как мы слышим, идет звучание. Вот мы видим, по Bluetooth идет трансляция звука. И как мы слышим, идет звук через наушники. Вот такая вот интересная штука, друзья. Ссылку на продавца я оставлю в описании под этим видео. Если кому было видео полезно, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.